Здравствуйте, уважаемые блогеры. Вот я у себя на участке. Где у меня? Да, вот я на участке. Это вот моя баня. Она уже достраивается фактически полностью. Туда вниз залетает. Все заканчивается уже. Свет еще. Я в своей бане. Все, она будет закончена. Вот тут. Сейчас я вот здесь покажу. Показывал. Ну вот где-то в конце месяца закончусь. Все это обошьется. Тут вот мангал должен сварить. Так что вот будет моя баня. Потом думал, на что заниматься. Еще одну комнату построю. Кухню построю. Так что денег и работы много. Все. Вот такие дела. Вот я здесь. Это вот сад мой. Тут все будет, тут только все начинается, видите. Все тут будет обделано. Бардак пока еще, стройки идут. Вот видите, уже опоры сделаны под комнату, еще одну под кухню. А здесь пойдет так. Вот здесь будет тоже кухня. И вот с этой стороны еще будет одна комната. Вот здесь вот. Ну, 4 на 5. 20 метров. Больше не надо. Вот. Так вот это все будет происходить. Ну, это все работает. Люди работают. Я приезжаю только. Мне показывают, что сделано. Так, в общем. Все будет хорошо. Потом приглашу, когда все закончу строительство. Приглашу на шашлыки. В баню свожу. Особенно, так сказать, запомнившихся блогеров. Да, но я вам рассказывал, что я зарегистрировался, написал заявление в качестве кандидата в губернаторы. Будем судиться, бороться. Сколько денег надо будет опять? Может быть, придется приостановить достройку из-за этого. Ну, а как раз сопротивляться, потому что выборов нет, ничего нет. Жить скучно же, так, когда все решают за тебя, как при КПСС. Придется, видимо, немножко приостановить строительство на полгодика. Ну, потерпим. Спасибо, ваш Бессонов Сергеевич.